Вчера мой муж сварил арку из арматуры для клематисов. И я приделала сетку вот такую ржавую. И получилось, что по ней будет плестись мой клематис. Вон какие уже почки огромные, посмотрите. Вон какие. Сейчас начало мая 22-го года. Вот она пойдет все выше, выше, выше. Вот. Это одна сторона. А вот другая сторона. Тут тоже клематис. И вот здесь вот арка продолжается. Это будет около калитки у нас такое дело. Вот она. Я с той стороны тоже приделаю такую сеточку. У меня есть из арматуры.